Педагог умел работать с детьми и вообще в коллективе уважали, среди вожатых. То есть хорошая коммуникационная способность. Замечательный человек, отлично. Вспоминали ужасные трагедии. Нет, у меня конкретно был только вожатый. Я знаю, что он преподавал информатику, но я его знаю как вожатого детского лагеря. В момент трагедии, когда узнали, да? Ну, это шок. Конечно, то, что семья в один миг просто ушла из жизни, причем хороших людей. Конечно, это тяжело переживается.